Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты. Я Максим Кимбель. Смотрите сейчас. Реализованные проекты и новые векторы. На заседании Бобруйского горисполкома обсудили социально-экономическое развитие за 9 месяцев. Одним из ключевых акцентов работы на внешней составляющей была переориентация на иные рынки. Кто заинтересован в нашем товаре? Билет в один конец. Правоохранители подвели итоги нелегала 2022. Принято 332 решения о выдворении иностранцев из Беларуси. Сколько приезжих было в розыске? Папа – первый герой сына и первая любовь дочери. Беларусь отмечает День отца. Папа для меня – это самое большое, потому что папа очень сильный, очень любящий. Много ли нежности в сердце мужчины? А также военные разработки, потребительская корзина и тренировочное испытание. Уже на следующей неделе в школах пройдут репетиционные централизованные экзамены. Каких ждать изменений? Беларусь не намерена закрывать границы. Президент посетил Абуз-Лесновский полигон в Брестской области. На этой территории непрерывно ведется боевая подготовка воинских частей и соединений, а также оперативно-тактические и стратегические учения. Александру Лукашенко показали образцы вооружения и специальной военной техники, которые разработаны отечественными предприятиями. Акцент на беспилотные летательные аппараты и мобильные комплексы противодействия. Вопрос, который больше всего интересует главнокомандующего – насколько надежны наши? Также глава государства ознакомился и с другими разработками. Война нам не нужна. Лучше не садиться. Но ко всему должны быть готовы. То есть нам свои танки надо привести в порядок. Вот до такого до такой серии вообще будет. И нормально. Так точно. Нормально. То есть танком быть. Так точно. Поэтому надо модернизировать, усиливать, посчитать. Если он говорит, что это хороший танк, будем на него ориентироваться. Но я вижу по оперативной информации. Россияне в бою отказываются от вот этих навернутых, как ты сказал, танков. Офицеры, солдаты говорят, дайте нам Т-72, мы выполним любую задачу. Поэтому давайте будем эти танки до ума доводить. Если танку быть в современном бою, в современной армии, если ему быть, а он говорит быть, и он говорит, я с удовольствием в него сяду по защищенности в бою, ну так нам надо тогда оперативнее работать. Президенту также продемонстрировали медицинские комплекты первой помощи. Александр Лукашенко подчеркнул, индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Во время общения с прессой глава государства отметил, несмотря на всевозможные угрозы и провокации, Беларусь обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы. Вся правда в цифрах. На заседании Бобруйского горисполкома подвели итоги социально-экономического развития с января по сентябрь. Один из самых важных показателей – количество убыточных предприятий уменьшилось в 2 раза. На четверть выросла выручка от реализации продукции – 2,5 миллиона рублей. Налаживаются связи со странами-партнерами. Экспорт услуг без малого – 11 миллионов долларов. Свыше 80% – транспортные. Пользуются спросом туризм и здравоохранение. Сейчас развивают азиатский вектор, в частности, Азербайджан и Кыргызстан. В этом году одним из ключевых акцентов работы на внешней составляющей была переориентация на иные рынки. И с учетом ухода с рынка ряда недружественных стран, нашими предприятиями уже были переориентированы экспортные поставки на сумму порядка 25 миллионов долларов США. Понятно и ожидаемо, что основным рынком, на который были переориентированы экспорты поставки, является Российская Федерация. В новом городе побратиме Рыбинске намерены начать строительство 5-этажек. Конкретные предложения ждут уже к концу месяца. Между тем, за 9 месяцев доходы города – 257 миллионов рублей. Свыше 80% сформировано налогами. По сравнению с прошлым годом, рост поступления собственных средств – порядка 110%. Эта сумма позволила профинансировать расходы на 266 миллионов рублей. Пора собирать чемодан. Правоохранители подвели итоги операции «Нелегал-2022». Сотрудники милиции проверили места пребывания иностранцев. Рынки, вокзалы, общежития. Только в Бобруйске выявили 29 нарушений миграционного законодательства. 3 граждан выслали за пределы нашей страны. 8 человек попали в список тех, кому запрещен или нежелателен въезд в Беларусь. Выявлено более 100 нарушений установленного порядка осуществления иностранцами трудовой деятельности. Должностные лица по выявленным фактам привлечены к административной ответственности.
За значительное нарушение миграционных правил принято 332 решения о выдворении иностранцев из Беларуси. Всего же по всей стране выявили почти 2000 нарушений миграционного законодательства. Возбуждено 13 уголовных дел в отношении иностранцев, которые совершили преступления на территории Беларуси. Задержано 10 человек, которые находились в государственном и международном розыске. Параллельная вакцинация, топливные пилеты, почетная миссия. В стране 24 числа начнется отправка призывников на срочную службу. Сколько человек направят? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В стране вступает в действие новая система регулирования стоимости на товары. Под контролем более 90% продукции. Введены предельные надбавки для импортеров и внутренней торговли от 15 до 60%. Повышение отпускных цен допустимо только по согласованию с госорганами. Исключение – алкоголь, табак, лекарства и топливо. Более 6,5 миллионов белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Параллельно прививают и от гриппа. Эффективность действия препаратов в таком случае не снижается. К противопоказаниям относят лишь индивидуальные особенности, которые определяет врач. В стране 24 числа начнется отправка призывников на срочную службу. Всего на комплектование вооруженных сил других войск и воинских формирований планируется направить около 10 тысяч человек. Присягу новобранцы примут 19 ноября. В Беларуси уже на следующей неделе пройдут репетиционные централизованные экзамены. Поменялась структура и их сложность. В части А количество вопросов сократилось до 25%, а практических заданий, наоборот, стало больше. Главная задача – чтобы каждый ребенок на этом этапе получил оценку близкую к годовой по тому или иному предмету. В стране вырос спрос на топливные пилеты. Это гранулы, которые не имеют примесей и почти не оставляют золы. Экотопливо популярно у потребителей и незатратное в производстве. Все больше белорусов выбирают его вместо дров. Все потому, что сумма за отопительный сезон выходит вдвое меньше. Правда, с оговоркой. Специальный котел стоит недешево. Папа – первый герой сына и первая любовь дочери. Беларусь отмечает День отца. Государственный праздник появился не случайно. 14 октября чествуют матерей. Неделя между торжествами объявлена родительской. Любому ребенку нужна не только женская ласка и тепло, но и мужская поддержка и забота. Именно поэтому поздравления принимают те, для кого дети – истинное счастье, смысл всей жизни. На этой кухне шеф-повар-папа. Погодки Денис и Ксения – лучшие помощники. Много лет назад Олег Карачун остался один с тремя детьми. Младшей тогда было всего 3 года. Сыновьям немногим больше. Семья для жены оказалась слишком тяжелой ношей. То, что раньше делили на двоих, мужчина научился делать сам. Плечо подставило государство. Помогло построить уютную трехкомнатную квартиру. Дети – это для меня святое, потому что все-таки… Ну, дети – это все семья, то есть воспитание, то есть влаживаешь себя самого… Хочешь видеть дальнейшее будущее, то, что сегодня ты в них вложишь, то ты будешь видеть. То есть, как правильно вложишь, как правильно воспитаешь. Как и на огороде. Если мы садим дерево яблоню, груши у нас никак не будет. Его день расписан буквально по минутам. Ранний подъем, приготовление завтрака и обеда, сборы в школу, плетение кос, затем к 8 на работу. На Бобруйско-Громаше наш герой – заместитель начальника механосборочного цеха. Вечером любящий папа занимается ужином, стирает, проводит время с ребятами и обязательно помогает с уроками. Папа, иди сюда, проверь. Ну давай, что тут у нас? Английский? Да, я сейчас тебе прочитаю, ты послушаешь. Давай. Барбара, look at you. You have look fantastic. Трое детей для отца. Отрада и гордость. 18-летнего Олега редко можно застать дома. Учеба в механико-технологическом колледже занимает почти все его время. Денису 12. У парня сине-красный пояс по тэквондо и множество наград с городских турниров. Ксении 11. Девочка прекрасно учится и занимается хореографией. Отец мечтает, чтобы мальчишки выросли настоящими мужчинами. А его маленькая принцесса всегда оставалась такой же скромной, длинноволосой девчонкой и нашла свой путь в жизни. Папа для меня это самое большое, потому что папа очень сильный, очень любящий. И он всегда может помочь в любой ситуации. В нашей стране уделяется большое внимание укреплению института семьи. Адресная социальная помощь, выплата пособий, льготы на строительство жилья, гибкий график для работающих родителей. С 2020-го отцам полагается еще и 14-дневный отпуск в течение 6 месяцев после рождения ребенка. Наниматель обязан предоставить его по заявлению работника. При этом отдых может частично или полностью оплачиваться. А теперь у пап появился и свой праздник, особый день, когда мы говорим им спасибо, родной. Поздравляю своего папу с Днем Отца. Желаю крепкого здоровья, чтобы
было счастье и благополучие в жизни. Хочу поздравить папу Антона Николаевича с праздником, Днем Отца. Он очень праздник этот ждет, так как он празднуется впервые и каждый день нам об этом напоминает. Папа, поздравляю тебя с Днем Отца. Желаю счастья, здоровья, успехов. Я тебя очень люблю. Наш папа вообще самый лучший. Мы его обожаем, любим. Он сейчас далеко, скорее ждем его домой. И ждем, что он быстро вернется к нам. Любим его. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Сердце Отечеству – честь никому. Белорусский союз офицеров отметил свое 30-летие. Организация объединяет около 10 тысяч военных и членов их семей. Только в Бобруйске 378 человек. Сегодня для них заслуженные награды и теплые поздравления. С 1992-го БСО прошел долгий и плодотворный путь. Его деятельность направлена на сохранение и приумножение армейских традиций. Передачу служебного и боевого опыта, подготовку молодежи к воинской службе. Наша организация ведет большую, огромную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Потому что особенно это актуально на сегодняшний день. Белорусский союз офицеров живет и будет жить дальше, продолжать. А мы будем дальше поддерживать политику нашего государства. Белорусский союз офицеров защищает законы и интересы военнослужащих. Их семьи активно участвуют в общественно-политической жизни страны. Благодаря их работе патриотизм, доблесть, честь и мужество по-прежнему остаются непререкаемыми ценностями в нашей республике. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!